году, например, не проводили. По каким причинам, наверное, вы знаете, если не знаете, могу вам сказать, но здесь общественная российская организация «Золотая шерма» имени Тарасова. И когда общественная организация начинает заниматься не спортом, а политикой, соответственно, турнир в том году мы не проводили. В этом году у нас будут даны рекомендации Министерством спорта, областным, федеральным. Если ситуация поменялась, то турнир проводить мы обязательно будем. И у меня, наверное, вот такое обращение. У нас мы сегодня видим, наши многие артисты, общественные организации ведут себя не совсем корректно. И в этом есть проблема. В том числе по проведению турнира «Золотая шайба». Хотя он для города, я считаю, очень необходим, у нас есть традиции. То, что участвуют наши ребята, наши спортсмены. Я надеюсь, что мы его проведем.